Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас к себе на кухню. Сегодня мы приготовим самую вкусную запеканку из кабачков с мясом. Я пробовала разные рецепты, но этот оказался самым вкусным. Запеканка получается совсем не калорийная, что очень важно для тех, кто следит за своей фигурой. Можно приготовить на ужин или даже на обед. В первую очередь я натираю кабачки на крупной терке. Тогда запеканка получается очень мягкая и нежная. Затем я солю кабачки и даю им постоять 20 минут, чтобы кабачки пустили сок. Я беру два средних кабачка. Кабачки хорошо отжимаем. Мелко нарезаем одну луковицу. Добавляем в миску перец один, и один большой помидор или два средних, два зубчика чеснока на мелкой терке. Карри, приправу по вкусу, солим, перемешиваем. Добавляем приправу карри к кабачкам. Перемешиваем. Делаем заливку для запеканки. Берем 4 яйца. Перемешиваем их и добавляем 100 грамм сметаны, 15%. И все хорошо перемешиваем. Берем форму размером 19 на 33, выкладываем фарш куриный, предварительно посоленный. Хорошо распределяем его мокрой ложкой. И добавляем кабачки с овощами. И все распределяем мокрой ложкой. Заливаю все заливкой и с помощью вилки все хорошо распределяю, чтобы заливка хорошо пропитала запеканку. И ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Берем сыр сулугуни 40%, 100 грамм, и натираем на крупной терке. Запеканку вынимаем из духовки. Я немного слила в чашку сок и посыпаем сыром. И опять ставим в духовку на 10-15 минут. Я держала меньше, и поэтому сыр у меня не очень подрумянился. Можно подержать было больше. Смотрите, какая аппетитная запеканка получилась. Очень сочная и нежная. Обязательно дайте запеканке еще немного постоять, чтобы она хорошо пропиталась соком. И можно подавать на стол. Это самая вкусная запеканка с кабачками. Ешьте вкусно и полезно. Приятного аппетита! А если вам понравился мой рецепт, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, делитесь комментариями и также можете поделиться этим
рецептом в социальных сетях. Для меня будет это самая лучшая награда. Всем крепкого здоровья, удачи и хорошего настроения!